Я скоро уезжаю и решил все-таки показать здесь днем вид из окна. И еще я сейчас первый раз сходил в магазин продуктовый. У меня, кстати, здесь хронически не работает карточка Агроростбанка. Не знаю, может быть, надо было заранее как-то объявлять, что я поеду. Но, в общем, Сбербанк здесь у меня работает. Но это именно MasterCard такой вот классический, который я плачу. Он не бесплатная карточка. Вот, я купил сросшиеся бананы. Вот у меня сросшиеся бананы. Еще я купил огромный авокадо. Вот, он большой или большая. Она большая, авокадина. Она большая. Там есть еще поменьше. Вон, большая. Так, вот. И еще я купил вот таких вот маленьких странных яблок. Это яблоки такие. Вот, они там в холоде хранились. Сейчас они холодные. И еще я купил вот теперь такой мокрый холодный сыр. Наверное, это сыр. Вот, необычные продукты. Но просто я сегодня, когда поеду, в общем, везде, ну, домой, в общем, когда поеду, там в этих самолетах не очень кормят много. И главное, что есть вот эти вот остановки длинные. Что-то у меня с кудряшками уже совсем какой-то сумасшедший дом. Вот. Я покажу сейчас немножечко. Вот отсюда. Почему-то я никак не открою нормально эту. Оп. Так. Вот красивые стулья. Но я хочу выйти. Ой, почему не получается выйти? Причем вот я вот так вот дергаю, и вот эта вот вся стена здесь, вся трещина такая разъезжается. Так, а почему стало закрыто? Я же открывал как-то. В общем, вчера я открывал вроде. А, все наоборот. Я ее закрыл и начал дергать. Замечательно, я молодец. Ну вот, Букараманга. В общем, Букараманга это как бы такие вот квадратики, квадратики, все как бы вот так вот в свободном полете сделано как-то. И вначале мне показалось, что это некрасиво, а потом почему-то у меня очень привык глаз. Мне стало очень спокойно в этих квадратах. А вот здесь уже видно бассейн, и вон там вот эта штучка. Интересно, я могу так приблизить или нет? Вот я сейчас пытаюсь приблизить. А, написано, что зумирование не поддерживается. Вон там, в общем, висит такая вот груша темная. Я только что в ней пытался, на самом деле, сделать это видео. А, еще я заказал еду уже, рыбу опять. Я просто одно и то же заказываю. О, вот здесь вот, это мое окно из душа. Как это, иллюминатор. Ну, вот эти стульчики мне нравятся. И вот такие вот здесь еще крыши есть. Вот здесь и здесь. Эх, Букараманга. А, я что еще не рассказал? Я вчера, в общем, почистил зубы в этой джакузи. И мне понравилось. Вот слышите, как шумно? Мне понравилось в джакузи чистить зубы. Но не все это так гладко, не все так гладко. Очень шумно. Вот я что хотел сказать. Все, я пойду есть еду и потом помоюсь и поеду, наверное. Я вообще-то не хотел здесь рассказывать про планы, я обычно здесь рассказываю про прошлое. В общем, ладно.